тянуть еще время, поторговаться своей совестью. Вы знаете, я про маркетинг люблю цитировать Генри Тора, да? Что если человек лучше всех там что-то пишет книги, поет песни или делает мышеловки, даже живя он в глуши, люди протопчут к нему тропинку, да? Вот у нас в этом смысле скучная отрасль, потому что у нас вот маркетинга как такового нет, да? Ну, вот в платеже нет отрасли маркетинга. Ну, Visa там пыталась вешать баннеры, типа, вот Visa это круто, да, но... Ну, как что? Ну, вот никак. Ну, вот они сами к нам идут, не знаем, куда от них деваться, да? Вот. На самом деле, это действительно очень интересный вопрос, и, может быть, вот вы, как профессионалы, этим подумайте, было бы интересно поговорить. Но мне кажется, что маркетинг финансовых услуг сейчас переживает кризис, свой самостоятельный кризис, потому что никто не понимает, как их продавать, потому что они коммодизируются, это все равно, что продавать там воду, ну или как вот коммодизировать такси после появления Яндекс.Денег. Ну, исчезла реклама такси, никому это не надо.